Всем привет! Вы на канале Велостранообзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с женским горным велосипедом начального класса от компании Велт, модель Edelweiss 10D26 2022 года. Эта модель велосипеда относится к категории женских горных артелов начального класса. Рама велосипеда здесь выполнена из алюминиевого сплава 6061 серии, что делает велосипед достаточно легким. Кроме того, трубы рамы здесь профилированы, что добавляет раме жесткости и прочности. Рулевой стакан здесь идет прямой под полуинтегрированную рулевую колонку, хоть он и немного нестандартной формы внешне. Также здесь производитель подумал об установке дополнительных аксессуаров, и на этот велосипед вы можете поставить полноразмерный болтовой багажник, что, безусловно, хорошо, если вы захотите использовать велосипед для каких-нибудь туристических задач. Также у данной рамы стандартная резьбовая каретка, и заднее колесо здесь крепится эксцентриком. Следующий важный узел для любого подобного велосипеда, который повысит ваш комфорт в поездках, это амортизация. На этом велосипеде амортизатор установлен от компании Hagen, ход здесь 100 мм, а из регулировок есть возможность полностью заблокировать вилку, если вы планируете кататься по асфальтированным покрытиям, и также есть возможность подрегулировать жесткость пружины, так как данная вилка идет пружиной эластомерного типа. На очереди у нас колеса. В случае данного велосипеда колеса размерностью 26 дюймов. Собраны они на алюминиевых ободах с двойным профилем Radiant Sport. Также здесь идут втулки с алюминиевым корпусом на насыпном подшипнике как спереди, так и сзади. А за сцепление с поверхностью отвечают покрышки с универсальным протектором, который прекрасно подойдет как под асфальтированные покрытия, так и под плотные какие-то тропинки в парке, а их ширина 2,1 дюйм. На любом современном велосипеде, конечно же, должно присутствовать и переключение передач. В случае данной модели переключение передач начального класса с диапазоном 3/7. За переднее переключение отвечает переключатель от компании Shimano серии Tourney. Задняя перекидочка здесь тоже линейки Tourney от этого же японского гиганта. А также сзади у нас установлена кассета на 7 передач, а не трещотка, как бывает на многих подобных велосипедах, что, безусловно, очень хорошо. За управление переключением отвечают шимановские моноблоки на руле, а система штунов здесь идет от компании ProWheel с каждой кареткой под квадратный вал, и эта система алюминиевая. Не менее важный узел, чем трансмиссия для любого велосипеда, это, конечно же, тормоза. В случае данной модели тормоза на велосипеде установлены дискового механического типа, что, безусловно, хорошо для самостоятельной эксплуатации и настройки велосипеда, так как эти тормоза настраиваются разве что при помощи шестигранника, что действительно очень-очень просто. Также данные тормоза идут в комплекте с роторами на 160 мм размерностью спереди и 160 мм сзади. Несколько слов нужно еще добавить о рулевом управлении и седле данного велосипеда. Рулевое управление собрано на алюминиевых фирменных компонентах от бренда Velt. Руль имеет ширину 670 мм, также у него есть небольшой подъем, чтобы посадить вас в более комфортную посадку. Вынос здесь идет длиной 80 мм, также с ярко выраженным подъемом на 6 градусов. Седло на этом велосипеде установлено более комфортной формы, чем на унисекс моделях. Тем не менее, оно анатомической формы, и здесь присутствует ярко выраженная мягкая подкладочка, что сделает ваши поездки более комфортными. А крепится оно на подседельный штырь с одноболтовым зажимом рамок седла. Последний штырь в комплектации любого велосипеда – это, конечно же, педали. В случае данной модели педали в комплекте идут с достаточно широкой платформой, выполненной из пластика, без особо агрессивных шипов. А также у данных педалей идет насыпной подшипник. Ну и в завершении хочется отметить, что серия женских велосипедов от компании Velt всегда была очень-очень популярна, в первую очередь потому, что здесь очень классный дизайн велосипедов, отличные цветовые решения, а также прекрасное соотношение цены и качества. Поэтому, если вы ищете бюджетный горный велосипед начального класса для представительниц прекрасного пола, то эти велосипеды могут стать вашим выбором. Ну а если вы хотите еще более подробно познакомиться с данной моделью велосипеда, посравнить ее вживую с конкурентными моделями, примерить велосипед под свой рост, то, конечно же, приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы также всегда сможете получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.